Свекла вырастает водянистая и безвкусная? В чем причина? Причин тому может быть несколько. Во-первых, некачественные семена. Во-вторых, неправильная агротехника. Свекла особенно требовательна к влаге в начале вегетации, во время роста корнеплодов. Любит богатую перегноем землю, хорошо взрыхленную, чтобы был достаточный доступ воздуха к корневой системе. Не любит свекла жить в тесноте. Поэтому нужно и своевременное прореживание. При загущенном посеве корнеплоды завязываются плохо. Возможно, свекле не хватает питания. Но от органики лучше отказаться. От избыточного применения органических удобрений, типа свежего навоза или помета, свекла вырастает водянистой и несладкой. Свекла требует высокого уровня минерального удобрения. Также можно использовать комплексные удобрения – нитрофоску или азотофоску. Вносите под перекопку, и потом, когда появятся всходы, можно полить раствором из лейки. 1 столовая ложка на ведро воды. Еще хотя бы пару раз поливаем по листьям из лейки раствором микроэлементов, которые способствуют нормальному формированию сахаров и других полезных питательных веществ. Можно подкормить и древесной золой. 3 стакана на 1 квадратный метр. Зола помимо питания еще и уменьшает кислотность почвы, которая вредит свекле. И лучше сажать сорта отечественной селекции. Они более приспособлены ко всяким климатическим колебаниям. И у них отличные вкусовые качества. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.